Физкульт, привет. Я бегаю трусцой. Ежедневные пробежки и тяжелая грудь. Казалось бы, да? Две вещи очень некомфортные, несовместимые. Но где вы видели бегунов, бегуней с тяжелой большой грудью? Их нет, потому что это неудобно. Но если ты любишь пробежки, если ты любишь именно этот вид кардио-тренировок, значит, нужно найти свой бюстгальтер для пробежек. Обзор моего нового бюстгальтера. Это для тех, кто так же, как и я, задается темой, какой лучше выбрать, какой он должен быть. Я свой нашла. Хочу поделиться опытом. Надеюсь, он будет полезен. Итак, у меня экспресс-обзор бюстгальтера для тяжелой груди. Специально для пробежек. Я его купила по акции. Поэтому вот такой вот оливковый цвет. Не ходовой. Но меня устраивает. У меня подходит одежда. Смотрите, это уровня самой крепкой поддержки, именно для пробежек. И там указывается на этикетке уровень поддержки. У меня третий, самый высокий. Сетка в проблемных местах между грудью и под ней, дышащая, что обеспечивает вентиляцию. Нету пушапа, этого не должно быть у бюстгальтера для пробежек. Видите, абсолютно мягкий. Вот. Никакого давления на грудь. Лямки толстые и как бы мягкие, даже с такой подушечкой. Регулируется. Очень важно иметь широкие лямки для большой груди, для спортивных бюстгальтеров, потому что лямочки выдерживают на себе вес груди, и они могут врезаться в плечи, натирать. То есть очень важно обращать внимание на хорошие толстые лямки. Так, резинка под бюстгальтером тоже должна быть крепкая, но она не должна впиваться точно так же. Видите, здесь точно такая же прослоечка мягкая, так же, как и поверху, везде, чтобы не было никакого давления, потому что грудь играет вверх-вниз 5 сантиметров, и она не должна натыкаться ни на какие жесткие предметы, никаких пушапов, никаких косточек, чтобы не навредить здоровью груди. Материалы. 56% полиамид. Эти синтетические ткани максимально приближены по своим свойствам к натуральным, поэтому не часто используются, особенно в нижнем белье. 30% полиэстер. Полиэстер хорошо дышит, быстро высыхает и обеспечивает прохладу. 14% эластана делает посадку по фигуре и сохраняет прочность цвета. Застежка, как на обычном бюстгальтере, на крючках в 3 ряда, что позволяет хорошую посадку и, так сказать, фиксацию. Внутренние швы все сглаженные, ни одного нет выступающего, видите, да? Ничего не должно давить на грудь, потому что приток крови усиливается во время активных занятий, особенно при пробежках, и как бы немножко ткани у нас распирают, увеличиваются. Ничто не должно давить, это очень важно для здоровья женской груди. На этикеточках указано, что это ручная стирка. Итак, модель абсолютно мягкая, вот она какая. Никаких ни косточек не должно быть для длительных пробежек, неважно какого размера грудь, пушапов, потому что от этого зависит женское здоровье и комфорт пробежек.